понимаете еще что? Вот это вот, ведь я тоже много лет это говорю. Клятвы современному репертуару, они начинаются тогда, когда физика тебе изменяет, когда ты не можешь больше исполнять классический репертуар. Ведь, понимаете, сколько угодно можно поставить «Три сестры», «Вишневый сад» в балете, «Чайку», и они будут ползать, нюхать друг друга, разбегаться в разные стороны, а завтра «Лебединое озеро» или «Баядерка», и ты понимаешь, что труппа не в форме. Потому что, когда ты смотришь эту «Чайку», все что-то пользуют, волну дают, вот это... А это никакого отношения не имеет к серьезной профессии. Потому что, когда ты пошел на «Лебединое озеро», ты не приземлился. Ты вышел, понимаете, быть Зигфридом или Дезире – самая тяжелая профессия. Потому что мало того, что это набившая оскомину классика, ты должен быть положительным героем. С первой секунды захватить зал так, что должны кричать. Еще что? Вот это вот, ведь я тоже много лет это говорю. Клятвы современному репертуару, они начинаются тогда, когда физика тебе изменяет, когда ты не можешь больше исполнять классический репертуар. Ведь, понимаете, сколько угодно можно поставить «Три сестры», «Вишневый сад» в балете, «Чайку», и они будут ползать, нюхать друг друга, разбегаться в разные стороны, а завтра «Лебединое озеро» или «Баядерка», и ты понимаешь, что труппа не в форме. Потому что, когда ты смотришь эту «Чайку», все что-то пользуют, волну дают, вот это... А это никакого отношения не имеет к серьезной профессии. Потому что, когда ты пошел на «Лебединое озеро», ты не приземлился. Ты вышел, понимаете, быть Зигфридом или Дезире – самая тяжелая профессия. Потому что мало того, что это набившая оскомину классика, ты должен быть положительным героем. С первой секунды захватить зал так, что должны кричать.